Друзья мои, всем привет, всем огромный привет. Слушайте, сегодня у нас на повестке дня будет Оля Быкова. Да, она же Лёля. Канал «Дневник очень многодетной мамы». Ну, сами прекрасно знаете, что у меня есть несколько обзоров на данный канал. Да, уже я ее освещала не раз. Единственное, если честно, ну, так часто о ней не говорю, потому что, в принципе, знаете, все вот эти вот ее видео, которые вот с муссированием темы 11 детей, честно, лично мне смотреть абсолютно неинтересно. Да, именно сами видео, там, как она что-то готовит, как она, значит, там что-то делает, как она все время сидит и рассказывает о том, что, значит, как надо рожать, дает советы, рассказывает, как она рожала, значит, как вот она обходится, как она с этими детьми, вернее, справляется и так далее и тому подобное, да. То есть, в принципе, по большому счету, стараюсь смотреть исключительно ее стримы, потому что там действительно можно что-то увидеть, что-то узнать, так скажем, новенького и горяченького. Ну, из новенького, да, вернее, не совсем новенького, немножко уже даже старенького, да. Лёля продолжает желать, хотеть баню. Причем баню, да, про эту баню я уже освещала. Баня непростая, баня золотая, за 600 тысяч, да, как она сама сказала. До весны надеются они подсобрать денег на эту баню. Причем, знаете, баня такая будет большая, двухэтажная, с комнатами для гостей, да. И причем Лёля такая, знаете, она вот у нас наглость второе счастье, да. Она такая у нас нагловатая дама, я бы сказала, без комплексов абсолютно, да. И она говорит о том, что, мол, так и так, надеется не только на то, что люди будут ей просто донатить, да, а еще надеется на то, что, значит, найдутся такие люди, вот почему-то они должны найтись, кто, значит, своими руками ей поставят вот эту баню, причем со значительной, с хорошей скидкой, да, во какая шустрая дама. И, знаете, говорит о том, что вот да, мол, знаете, брать посторонних людей нет никакого смысла, мол, потому что вот через Авито можно, мол, наткнуться, ноль доверия и так далее и тому подобное. Ну, понятно, то есть хочет, чтобы ей еще, значит, надонатили 600 тысяч, а она еще, в принципе, и сэкономит, да, допустим, кто-то ей там из подписчиков или зрителей сделает за 300, а на 300 себе еще и в карман, грубо говоря, положит. Ну, блин, нет слов, ребят, одни буквы. Смотрю, значит, очередной стрим на баню. Сидит Лёля, из 600 тысяч собрано чуть больше 31 тысячи, да. Говорит о том, что планирует открывать второй канал, что, значит, рассказывает о том, значит, как она занимается вот домом, как она все успевает, что вообще, мол, при этом у нее столько детей, постоянно муссируется эта тема, дети, да. И, знаете, я вот сама думаю, действительно, как она все успевает, когда у нее стримы там по 2,5 часа. И сначала я подумала, зачем такие длинные стримы, да? Ну, сидят люди там по часу. А потом до меня дошло, блин, на этих стримах Лёлька просто собирает реально деньги, да? И, естественно, чем длиннее стрим, тем больше и выше вероятность того, что кинут как можно больше денег, естественно. Но при этом она также говорит, что донатят ей не только на стримах, но и перекидывают, значит, деньги на карту. Тут же, значит, ей кидают деньги на стриме, тут же она крестится и говорит, знаете, да не оскудеет рука дающего, ребят. Ну, честно, это вообще просто... Знаете, говорит также о том, что не отказывается абсолютно ни от какой помощи, кто ей вещи дает, кто гречу, кто там еще что-то, кто-то советом подсказывает. И вот рассказывает о том, как они прекрасно живут, все у них хорошо, да, всего у них абсолютно хватает. Есть, как она говорит, и деньги, и YouTube, в принципе, приносит, да, достаточно хорошие деньги, естественно, хорошие деньги. Потому что у нее более 500 тысяч подписчиков, конечно, это хорошие деньги, естественно. И при всем при этом у них большое хозяйство, и с этого хозяйства они тоже имеют большие деньги, но при этом это не мешает ей сидеть и, значит, донатить, говорить о том, что да, помогайте. Вот честно, ребят, могу сказать одно, что я никогда не сталкивалась с такой наглостью, вот, что в реальной жизни, что на Ютубе, да, никогда я с таким действительно не сталкивалась, просто как у Лёли, да, она привлекает, так скажем, знаете, все это у нее приправлено такими красивыми речами, да, все вот эти вот ее действия, жалобы, просьба денег, все это приправлено действительно красивыми речами и заветами из Библии, да, и вот...
опять же говорю, да, сидит женщина, которая говорит, что материнство, да, это признание, призвание, да, что вот так и так, мол, а, значит, и говорит, ну ничего страшного, если вы все вот скинетесь вообще по рублю, то как бы, да, у меня столько подписчиков, то я смогу воплотить свои желания, свои мечты, да. Я, ребят, конечно, все понимаю, прекрасно понимаю, что бывают разные ситуации. Сгорел дом, не дай бог, какая-то болезнь, да, страшная. Нужна операция, да, я согласна. Круто, здорово, когда людям в такой ситуации помогают другие люди, да? А здесь просто человек, у которого есть деньги, говорит тут же, что у него все хорошо, при этом сидит и нагло просит денег. Причем она говорит, знаете, что делает определенный задел на будущее. Для своих, знаете, сказала о том, что я хочу обеспечить своих детей и внуков. Лёль. А люди, которые тебе высылают, они разве не хотят обеспечить себя и своих родных и близких? Или им не нужно, или не хочется им тоже жить хорошо? Ну, естественно, Лёле абсолютно на это плевать, да? При этом во всех, как я говорю, роликах делается всегда акцент на детях. И на стримах также она, значит, не упускает возможности, говорит о том, как надо рожать, стоит ли не стоит делать аборты. То есть, знаете, берет на себя, как говорится, вешает на себя доспехи Бога, да, и вот рассуждает на такие темы, не зная абсолютно изнутри ситуацию людей вообще, да, кто, как и так далее, да. И вот я, знаете, смотрю на все на это и думаю, неужели люди не видят истинное лицо вот таких вот попрошаек, да? Зачем они им потворствуют? Зачем они им шлют деньги? И все многодетные, знаете, как один просто говорят о том, что да, у нас дети. Да, у нас, мол, есть дети. У нас много детей. А их защитники кричат нам, да, о том, что, мол, сначала родите столько же, а потом будете говорить, простите, для чего нам столько же рожать, чтобы так же стоять на паперте, как все многодетные стоят, да, при этом не работая. Так кто ж тогда подавать-то будет, ребята? Не судите, да не судимы будете. Не боитесь ли вы бумеранга? Обо всем об этом кричат нам их защитники. Блин, а они-то не боятся выпрашивать, выклянчивать деньги у людей, которые живут хуже, чем они сами. Они-то не боятся этого бумеранга, что он им рано или поздно прилетит по башке, да? Наверное, нет. Я так понимаю, что, знаете, у них политика партии такая, у многодетных, у многих, да, не говорю про всех, но у некоторых многодетных, у большинства, так скажем, особенно на Ютубе, это очень и очень заметно. Если ты родил детей, причем чем больше, тем лучше, то все. Этим можно все перечеркнуть, этим можно все оправдать, и, естественно, тебе все должны. При этом родители, я говорю, как правило, не работают, вот, и только донатят, только клянчат, только выпрашивают. Все им абсолютно должны, да? Ну, если честно, для меня остается загадкой. Вот честно, кто поддерживает таких людей? Зачем вы поддерживаете таких людей, которые живут, опять же, лучше вас? Ну, если честно, я думаю, что Оля скоро будет уже, наверное, донатить на какую-нибудь яхту, да, вот когда гости у нее, значит, помоются в бане там, да, посидят в гостевых комнатах, отопьют там чаю или еще чего-нибудь покрепче, да, потом они будут, значит, кататься на яхте. Не, ну а что, в принципе-то, да, как она сказала, да, конечно, мы можем себе заработать абсолютно на все, сказала Оля, но единственное, как бы, конечно, когда я выставляю стрим, донаты, другие люди тоже это делают, выставляют, то, естественно, мечты сбываются просто как бы побыстрее. Видите, это всего-навсего мечты, да? То есть не что-то нужное, а вот я говорю, скоро, наверное, действительно будут донатить и на яхты. Ну, что могу сказать, ребят? Могу сказать только тем, кто продолжает им донатить и слать деньги. Ну, вы глупо ущемляете себя, ущемляете действительно... ущемляете своих близких, отбираете у них, да, и поддерживаете вот таких вот людей, которые просто всего-навсего, оказывается, могут себе позволить многое почти, да, но при этом вот имеют такую возможность сидеть с протянутой рукой. Естественно, не зря говорят, что наглость – это второе счастье. Вот здесь как раз-таки, да, это очень подходит Оле просто безусловно. Сидит вся такая умная,
с хорошими, знаете, такими речами о Боге, и тут же дайте, подайте, да не на что-то, а, знаете, на баньку, да на хорошую баньку, на двухэтажную, чтобы мы там развлекались с гостями. Ну, так хочется сказать, а не хочешь дать клич по своим гостям, по своим друзьям, чтобы они скинулись на эту баню, где вы там проводите время, да, и где вы там о чем-то, как говорится, сидите, отдыхаете и так далее. Почему бы гостям не скинуться и друзьям вот непосредственно на эту баню? А люди должны на нее скидываться. Ну, если честно, абсолютно не знаю и не понимаю такой ситуации. Друзья мои, ну вот такой у меня получился сегодня обзор на канал «Дневник очень многодетной мамы», да, на Олю Быкову, на Лёлю, да, как ее еще называют, Лёля Поберуха. Все вы ее прекрасно знаете. Что могу сказать? Оставляйте, естественно, свои комментарии. Для тех, кто не подписан, подписывайтесь, ставьте лайки. Вот, и, естественно, старайтесь без оскорблений, да, и это хочу сказать особенно защитникам. Будут какие-то оскорбления, будут какие-то, значит, оскорбления, нецензурные выражения, защитники вот всяких многодетных мам, то, естественно, вы будете просто все удалены и забанены. Вот, да, как-то так. Ребят мои хорошие, ну, у меня на сегодня все. Всех целую, всем пока, да, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем прекрасного дня, прекрасного настроения. Берегите себя и своих близких. Все, всем пока.